Привет любителям игры Asphalt Unite. Название игры новое, а синдикаты старые. Или же нет? Ну, наконец-то появилась возможность это проверить. Вот сейчас и глянем, что там с форматом ивента, есть ли какие-то изменения, или же все осталось так, как было. И заодно появится возможность протестировать и вообще покрутить, посмотреть новую тачку, одну из флагманских в этой игре, Koenigsegg Jeska Absolute. Именно эта тачка стала первым таким мощатым автомобилем, добавленным в нашу обновленную игру. Можно будет оценить в том числе новую трассу, потому что на ней будет происходить первая глава. Ну что же, начальная диалоги, то собственно как всегда. Напишите в комментариях, читаете вы этот лор или нет. Ну, интерфейс синдиката, конечно, тоже подстроился под общую стилистику Asphalt Unite. 40 дней длится ивент, и вот, в общем-то, как и раньше, он разделен на главы. Главы разделены тоже на определенные части. О боже, что это за наложение одного текста на другой? Немножко странно выглядит. Но тут изображен обычный ЕСКО, я так смотрю, со спойлером. Ну, по большому счету, как было, так оно и есть. 40 дней ивент дается для тех, в первую очередь, конечно, кто планирует дойти до конца, пройти абсолютно все, ну, либо кто очень-очень неспешный игрок. Ну и в основном самое интересное, что касается синдиката, всегда бывает то, какие тачки участвуют. Ну, в последнее время лофты раскрывают эту информацию заранее, поэтому как бы можно зайти в награды, и тут никакой интриги уже нет, потому что было известно, что вот, собственно, Porsche Mission R открывается у нас подарочным способом за банальное участие в синдикате, 50 чертежей, о, еще 20 дается, но там, возможно, придется вкладываться, чтобы на 2 звезды эту тачку повышать. Вот такой вот смайлик, который в шоке, наверное, вообще, что здесь происходит. Ну, дальше Ferrari and the Ferrari, еще 40 чертежей, 40 еще плюс 5 здесь. Потом переход на Lamborghini Senza, 20 чертежей. Ну, тут я думаю, с 3 до 4 звезды подниму эту тачку. Тут получится не по минимуму проходить. Такой демонический смайлик здесь есть. Довольно много шальных карт я вижу. Жетоны есть. О, ключ есть на Lamborghini Senza. И тут уже чертежи на Ferrari SF90 Stradale почему-то написано, хотя это модель XX Stradale полностью называется, но тем не менее, собственно, основная моя цель в этом синдикате, как и вообще, можно сказать, во всех, за исключением предыдущего, который я чудным образом смог пройти, это открытие именно A-класс тачки, которая новая в синдикате, вот на это я и целюсь, собственно, открыть Ferrari Stradale, вот этот новый. Ну а дальше уже идут вот эти вот чертежи на ESCO Absolute, первые, которые надо будет повышать на следующие звезды. 670 тысяч очков я тут смотрю, как и в прошлый раз. Это, в принципе, хорошо. Ну и кто пойдет дальше, вляпывается просто в Bugatti Болид. Bugatti Болид на 4 звезды необходим, но ключ, я думаю, на Болид как бы тоже должен быть. Да, вот ключ есть на Bugatti Болид, можно получить, но у кого не прокачано, вливайтесь донатом. Ну, Феррари по-любому, да, там придется вливаться, а дальше уже у кого как. Ну, в этот раз смайлик такой более простоватый. За участие в синдикате в прошлый раз там прямо корона была. Там, королем себя чувствовал, то, что открывал DU16. Сейчас такая просто молния. И миллион очков, двоечка на ESCO Absolute, ключ ESCO Absolute и декаль синдикатская. Ну, в общем-то, как я посмотрю, формат ивента не поменялся, несмотря на то, что игра у нас обновилась. Ну что ж, не вижу кнопочки, где магазин синдиката, может, наверное, вот сюда надо нажимать. Ну, да, походу вот здесь вот уже появились паки. Кстати, почему-то паки на один день дольше находятся в магазине, нежели синдикат продолжается. Это как вообще? Ну, вот тут есть уже на Mission R, но не забываем, что как бы, после открытия тачки можно еще вливать шальные карты, так что не спешите именно паками. Если у кого шальные, то советую сначала именно ими влиться на 2 звезды. Ну и вот тут за донат наборы, ну и я думаю, традиционно уже как бы нет у нас обмена жетонов на монеты синдиката, и опять же надо ждать эту невероятную эстафету, с которой были проблемы в прошлом синдикате. Я помню, как я на нервах просто сидел и ждал эту несчастную эстафету, но она все-таки появилась. Так что вот такие расклады, собственно, можно начинать проходить.
незнакомая полоса. Ну и, собственно, вот она, тачка. Тут она находится в стоке. Ранг 4000 уже, тем не менее, стоковый. Вот так она выглядит, без спойлера. Можно декалюху посмотреть, синдикатскую. Тут даже две декали. Посмотрите, синдикатская вот такая вот она. Я не вижу анимации этой декали, видимо, простая. Ага, вот какая-то еще одна анимированная. Как ее заполучить, собственно? Может быть, это какой-то невероятный донат. Ну, пока что буду ехать. Хотя, может быть, есть другие цвета. Ну, не знаю. Давайте поеду именно в стандартном варианте прокачки. Ну что ж, погнали, посмотрим, что там за незнакомая полоса. Новая машина, новая карта, новый интерфейс, в общем, все новое. О боже, первый дрифт просто-таки унес меня в стену на этой тачке. Но сначала хочется добавить несколько слов по поводу моего прошлого видео. Кстати, огромный респект всем тем, кто там присоединился к обсуждению нашего Asphalt Unite. Я просто-таки задолбался отвечать на комментарии, но это на самом деле хорошо, это были приятные хлопоты. Спасибо всем, кто комментировал. Ну а дополнить это хочется тем, что, во-первых, я там говорил, что у меня как бы появляются вот эти вот артефакты во время гонок. И позже выяснилось, что эти артефакты, они, оказывается, появляются только во время именно записи экрана. Вот просто когда играешь, то этих артефактов нет. А когда записываешь экран, то они вот, блин, появляются. Ну и во-вторых, я говорю, что очень сильный перегрев там устройства был, дикие лаги. Ну вот народ, вот как вы видите, мне пришлось графон понизить просто-таки до минимальных. И на этом графоне, ну, как бы, FPS, конечно, получше стал. Он не идеальный, он не 60, но, как бы, ну, с просадочками, но идет. И нагрев уже здесь такой приемлемый. Не сказать, что аппарат с такими настройками перегревается. В общем-то, можно играть. Но, конечно, визуального кайфа уже так особо не получаешь, потому что графон все равно так себе, motion blur'а нет и так далее. Это что я хотел дополнить. Ну что ж, первая гонка синдиката выполнена. Так, ага, тут я прохожу потихонечку пробу. Кстати, Lamborghini Countach у меня станет, походу, золотым после того ивента, который сейчас идет. Но, тем не менее, переходим в следующую главу. Тут снова Сингапур. Экраны безопасности вовремя нужно пройти. В общем, гонка на время. Ну, давайте я ее тоже катну. Да, еду я, конечно, сейчас на машинке с Nitro 20, и это вообще ни с какой стороны не прикольно. Ну, не люблю я тачки с дохлым Nitro, ну, понятно, что тачка стоковая, конечно, куда более интересно было бы, если бы здесь поставили именно золотые характеристики. Ну, а так, даже вот у нас были же раньше, помните, именно сетки с тест-драйвом золотых авто, сейчас в формате типа меняли, и даже там как бы не протестируешь, ух ты, что это такое. А, это, походу, так, чекпоинт теперь нарисован в этих заданиях. Так вот, красиво он светится. Ну, вот это реально годно сделано. Да, и вот теперь, как бы, протестировать золотую тачку и толком и негде. Поэтому вот катаемся только на стоке. Что-то, походу, я опять поехал в объезд. Ну, трасса еще такая новая, неосвоенная. Поэтому так, ну вот, народ, что ж. Вторая гонка завершена. Буду я потихоньку проходить эту первую главу. Сейчас заберу награды. Первые 50 жетонов с этого синдиката я поимел сейчас. Ага, тут теперь предлагают проходить денежные задания. Но я пока что сосредоточусь на прохождении именно вот этих глав. И встретимся уже на моменте, когда я буду открывать Porsche Mission R. Если ничего не поменялось, то я это должен сделать уже сразу же. Ох, тут Aston Martin Zagato поставили в соперниках, конечно, навевает ностальжи по прошлому синдикату, как это все проходилось, как это все в итоге
прошлось благодаря моим зрителям, что это все проходилось не без приключений, так как сначала там один зритель обещал мне это дело помочь, в итоге у него это не получилось, потом подключились другие зрители, потом еще надо было решать вопрос этой эстафетой, будет она, не будет, тянули там до последнего, в общем-то, чуть ли не в самый последний вагон я вскочил с этим синдикатом, успел его пройти и, конечно же, получил очень много хороших, приятных эмоций, катая на Девиле. В итоге потом еще, благодаря другим зрителям, удалось докачать эту тачку на 4 звезды. И, в общем-то, я не жалею, естественно, что я прошел тогда этот синдикат благодаря вам. Ну, а в этот раз уже такая тема не прокатит. Тогда это просто, я так у меня загорелся этой идеей, потому что у меня был на тот момент Hennessy 1.05 прокачанный на все 6 звезд. Это, конечно, очень сильно упрощало прохождение, удешевляло его в первую очередь, такое слово надо говорить. Ну, а в этот раз вместо Hennessy 1.05 Bugatti болит, и его у меня уже вообще нет. Поэтому данная тема здесь не прокатит. Так что, как я уже говорил, буду, собственно, проходить до открытия Ferrari XX Stradale. Ну и, собственно, это будет моей финальной целью прохождения данного синдиката. Ну, в общем, синдикат сам по себе, ну, обычный синдикат, особо ничем он не отличается от других. Ну что же, можно открывать новую тачку, Porsche Mission R, насыпает на него чертежей. И еще жетоны в придачу. Ну что же, давайте открывать эту тачку. Ну я же говорю, этот синдикат особо никаких эмоций у меня не вызывает. Это обычный синдикат. То есть ничего тут особо не поменялось, упрощений никаких я не вижу для прохождения, поэтому, собственно, вот до момента Феррари, я думаю, многие из вас тоже пройдут. А дальше, у кого как с болидом, отпишитесь в комментах, у кого он там, может быть, вообще уже прокачан на необходимые звезды, может быть, как у меня даже был веном на 6 звезд, у вас тоже болид уже есть на 6 звезд, вы просто уникум, есть ли такие среди моих зрителей или нет. Ну и спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Удачи вам на трассах асфальта. Всем пока.